Так. Ребята, вы готовы открыть площадку? Да! Хорошо, лента есть. Так. Держи, держи. Я придержу. Ножницы давай. Ножницы. Ножницы бы. Ножницы забыли. У меня есть ножницы. Ножницы! Вот ножницы! Поднимай руки вверх вот так. Готово? Сейчас мы тобой будем перерезать ленточку. Вот так весело жители деревни Соколова отметили открытие комплексной детской площадки. Она была построена по программе губернатора Андрея Воробьева и муниципальной программе городского округа Щелково «Формирование современной комфортной городской среды». На мероприятии присутствовал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Такие площадки у нас уже не первый год открываются в городском округе Щелково, да, и по всей Московской области. В этом году по плану три. Первую мы открыли микрорайон Финский, вторая вот здесь, деревня Соколова, и третья деревня Каблуково. Новая площадка оснащена всеми необходимыми удобствами для того, чтобы детям было играть не только интересно, но и комфортно. Помимо игровых элементов, здесь также есть несколько лавочек, а также бак, предназначенный для раздельного сбора мусора. Вскоре появится еще и камера видеонаблюдения по системе «Безопасный регион». Маленькие жители деревни Соколова очень рады тому, что теперь им есть где весело проводить свободное время. Я максимально хорошо себя чувствую, потому что вот я сейчас в приставку играл вчера, и мне прям хочется идти на эту площадку, то что ну так хорошо проявляется настроение, то что такая хорошая площадка появилась, а мы там не гуляем, а я там в приставку играю, нормально. Ну да, ну и отключил и пошел с сестрой и друзьями сестры, ну, пошел сюда. Депутат пообщался с ребятами. Они пообещали, что будут беречь новую детскую площадку, чтобы она сохраняла свой первоначальный облик и прослужила долгие годы. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.